Около 4 часов дня в общежитии, расположенном в железнодорожном районе Хабаровска, оказался ранен ножом 30-летний горожанин. Небольшой, но остро отточенный кухонный нож в него воткнула сожительница. Пара делит комнату, которая снискала у жителей всего этажа сомнительную славу. Это всегда праздники здесь. Да. Сегодня до 3:30. Утро. Что стало причиной конфликта между сожителями, доподлинно неизвестно. В комнате они были одни. О покушении стало известно после того, как подозреваемая выскочила в коридор и как ошпаренная бросилась к соседке. Не пытаясь убежать, а с просьбой вызвать врачей. Правда, для чего они понадобились, дама говорить не желала. Большой скандал. Сервис. Гуляли хорошо. А я не свидетельница вашего. А вот недавно вышла, она как кричит. Люда, умоляю, вызывайте скорую. Чувствую, Алена, говори, чувствую. Ничего. Рассказать причину острой нужды в медиках все же пришлось. Бригаде врачей потребовалось около 30 минут, чтобы оказать пациенту первую помощь и убедить его в необходимости помощи стационарной. Никаких опасений за жизнь пациента врачи не испытывали. Нож с лезвием длиной с пачку сигарет скользнул по ребру, разрезав кожу. Кости защитили легкие и сердце. Пострадавшему наложили повязку и подняли на ноги. Нападавшую к тому времени словно подменили. Она заботливо помогла одеться пострадавшему сожителю и сердобольно засобиралась в больницу сама в качестве сопровождающей. Это вы его ранили? Нет. Кто? Сам себя. Сам себя? Да. Для чего? У него белочка просто пошла. Барышню с кавалером, естественно, разделили. Его повезли в больницу, а ее в отделение. А еще 1.5 года назад все было наоборот. Недавно его резина была, сейчас она его, видимо. В авторстве удара женщина все же призналась. Но только после того, как узнала, что жизни ее гражданского мужа ничего не угрожает. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Виталий Векслер.